Оперный театр. Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув, и наконец-то мы дождались, оперный театр. Прохожу его первый. Не знаю, в нормале сегодня пройдем, в героике уже в следующий раз на стриме. Так что заходите, радуйтесь. Ну что, у нас второй квартал нашего замечательного приключения. Обычный режим, снять к медиву. Так, сделаю немножко музыку погромче, потому что... В Каражане музыка классная. Надеюсь, ее не мьютят. Хорошо, посмотрим, что у нас за боссы во втором квартале. Я, если честно, не в курсе, вот что тут происходит. Постучались в оперный театр. Тук-тук. Ну, карты, по-моему, здесь крутые. Меня зовут Барнс. Я конферансье. Конферансье Барнс. Но сначала... Придется посмотреть представление. Барс нам будет сегодня показывать представление. Какое-то. Я не знаю, надо ли мне будет... А, тут в оперном театре три, короче, спектакля, как я понял. И все с Барнсом связаны. Первый акт истории любви. Сила героя призывает Ромула, если его нет на поле боя. За 4 маны. Помогите Жюльетте подготовиться к драматическому выступлению. Ну и я не знаю, что здесь будет, если честно. Но попробуем чем-нибудь пройти ее. Веселым. Давайте с Драгонвара начнем, что ли. По приколу им, по-моему, проще всего проходить было. Хорош. Погромче звук в игре. Жулианна. А, она, короче, неуязвима, да, когда Рамула? Ромео, короче, Ромео и Жульетта, все понятно. Так, две секиры в старте, это... Нонсенс! А норм, одна секира, хватит. Хватит. Все, Зушкой прошел на изи. Вот, люди говорят. Ты хочешь драться? Берегись, дитя! Интересно. Донаты. Я люблю донаты. Не, музыка еще играет. Музыка еще пока не детские играет. Детские песенки, веселые утята. Потом я пройду и поставлю, когда будем экспериментировать чем-то. Спасибо большое, человек. Потом держи птеньку. Спасибо, арт девушки. Да, жалко, что ее не сделали как персонажа. Наверное, удар да вурдалак неплох. Почему бы нет? Правда, следующим ходом пойдет. А, не, не пойдет. Не хватит ему на это. У меня 17 хп уже осталось. Здравствуйте. Если не спасти Медива, вечеринка будет испорчена. Что за вечеринка без спектакля? Блин, Барнс вообще чокнутый. Что за спектакль без зрителей? Зеркальный игрок без зрителей? Стану рыцарем. Окей. Лады, у нас есть... Это какая-то... Другая немножко версия, ну ладно. Видимо, с ней тоже можно играть. Первая легкая. Иди же, ласковая ночь. Ромео, Джульетта и Драконаварда. Ромула. Ну, прикольно, прикольно. Отсылочки на... Ромео, Джульетту. Забавно, по крайней мере. Смотрите, а у нее 15 хп. То есть драконица-крушитель по-любому будет 9-9. Здорово же. Я не знаю, как... Я не знаю, как героики, конечно, но в нормале просто. По-моему... Эй, хватит. Тут какой-то глупый ход Джульетта сделала. Ну, простим ей. Давайте поставим драконида все-таки, я думаю. Два хода я на труп. Любовь моя, тут за тебя. Не знаю, на героик, наверное, много времени произбадать, но здесь как-то... Как... А, стоп. А вот теперь 9 в лицо тебе. Получила по лицу девяточку просто. Джульетка. Черный слон дали. О, вот черный слон уже интересней.
призывает ваше случайное существо. Можно поковыряться с этой картой. Можно посмотреть, как бы ее лучше разыграть. Кстати, на... как он называется? Приз на воскрешениях. Неплохо в него заходит. Здесь волшебный великан дальше у нас идет. Бабушка. Замечательная карта. Бабушка. Но бабушка. Кроется ужасная тайна. Испуг. Пассивная сила героя, существа противника. Существа противника становится 1-1 и стоит одну ману. А. Ползу. То есть он единички, скорее всего, с дезраттлами будет играть. Просто зушкой легче расчищать единички будет. Джульетте больше не наливать, да? Выпила. Твоя душа будет моя. А, ну у меня тоже. Ну, мне-то пофиг. Эти единички, если честно. А, у всех делает? Так это же вообще изи. Ну, для этого колоду надо создавать, но мне впадло. Когда зрители участвуют в спектакле. Беги, милый гость. Беги! Барн вообще. Только посмотри на своих существ. Они съежились от ужаса. Топ, он был только что 1-5, я чуть не понял. Чё-то я не понял. Покупаешь или продаешь? Какие-то спектакли прям изи. Ладно. Фига фишка, если против волка выставить вожака лютых волков, он воет, ну как на луну, прикольно. Мне понравилось. Повыли такие волки. Вот эта фишка была вообще. Я вообще не ожидал такого увидеть. Так, я не туда, наверное, поставил все-таки. Ару. Я не знал, что... Оказывается, вон что. Вон что оказывается. Ладно. Хочу шестерочку все-таки в лицо протащить. Посмотри эмоции, пожалуйста. Ничего, просто вкусно, говорит. Вкусно. 5, 6, 7, 8, 9, да? Типа ванов. А вот теперь оф. Что-то изи. Очень легко. Я не знаю, наверное, героик будет сложный, но... Нормал слишком простой. Бабушку получили и волшебный великан. Отлично. Не, ну вот эта фишка про волк прикольно было. Последний акт. Злая ведьма, преследуя девочку, вернется ли она... Да, понятно, что это за сказка. Злая колдунья, но так себе. Канавный скрытень, возможно, в нем есть потенциал сокрыт, но... Я пока не знаю. Так, смерч. Сила героя наносит 111 урон, нельзя использовать, пока на поле боя находится Дороти. То есть мне Дороти трогать нельзя, понял? Пробуем так же зушкой пройти. Помните, раньше на Ксанас жопу рвали даже в обычке? Да-да-да. А, то есть Дороти надо защищать. Поставим ее в ящик Аргус. Давайте ожог оставим на всякий случай, я не знаю, что она будет выставлять сейчас. За 14 минут прошел 3 акта. Ну, 10 минут только прошло. О, нет! Она ведь меня не обидит! Одни с пылы злока. Дратути.
что скажете мне? Просто ржет. Еще одна ночь для охоты. А, лол, у нее же еще есть пассивный эффект. А, прикольно. Как прикажешь. Волшебники страны Оз. Там рывок дает. За руки, друзья. Вместе мы сильнее. Что за возьмемся за руки, друзья? Интересно, она сама может бить? Может, реально. Давайте разобьем ей лицо. Ладно, давайте так пока. Еще одна ночь для охоты. 1-1, мощь. Мощь, сила. И с рывком норм. Имбище какое-то. Дороти защищать. 5 6 7 8. А у них с провокацией все будут? Наверное, да. Справа же становится. И можно, в принципе, в лицо топить. Это изи. Мажордом Экзекутус ждет внизу. Сказать ему, что еще слишком рано. Чан чемпионов. Особо ни в куда. Арнольд, шутки про Экзекутуса? Не знаю, сколько там. Мне кажется, все хватает. Все в рывок там. Какой-нибудь и с ожога его добить. Я буду сражаться. Кажется, и так хватит. Ну что, 13 минут, ребят, проходятся все акты. И ждать неделю, чтобы выпустить один квартал? Теперь освободим волшебника. Колдунья и скрытень. Ну что, получаем своего Барнса? Посмотрим. И пиратов пройдох. Ой, имба. Еще бы одну карту, но... А, здесь паладин лог. Но она в последнем квартале, по-моему. Который охраняет смотритель. Да. Надеюсь, он в порядке. Которая... А, классовая роговская, которая удешевляет карты. Так, паладин и чернокнижник у нас есть еще. Классовый. Тут портал бесполезный. Варлок и симкоражим. Ну давайте симкоражим пройдем сначала. Если бабушку убить обилкой охотника, то она скажет, меня подстрелили, нет? И мне понравилось с волком, с бабушкой и волком, как они там перебывались. Как интересная колода. Ваш герой неуязвим во время вашего хода. Давайте все сбросим как-то. Тяжеловато. Сейчас 100% говноколоду дадут, который тяжело будет проходить босса. Это нормальная тема. Хочешь драться? Хочу драться. Так, вы сбрасываете случайную карту, при смерти с ним вы берете карту. А, надо сбросить посудного голема, и какие шансы на сброс посудного голема? Мне кажется, шансы минимальные. Истина где-то рядом. Такой юзлес вообще просто. Не, ну можно жуткий профит получить, но блин. Слишком рандомно, нет? Кроме мишени. Сбрасывать так все. Может, сейчас ожог поднимем? Или нет? Не поднимем. А пусть здесь бес стоит.
По-моему, моя колода была лучше. Сейчас бы 5 дэмэджа героя бы нанести. Ну, вообще, вот это комбо, типа, ваш герой неуязвим, да. Во время вашего хода, ну и просто себе. Можно тапаться там. Другие непотребства делать. Такие трюки срабатывают только с простаками. Ну. Я найду. Давайте здесь поменяемся. А вдруг он сейчас 4-4 не убьет? Если в лицо идет. Ты не пройдешь. Он меня же не убьет? Да вроде не должен. Ну-ка сюда, баф. Неуязвимость мне, конечно, больше нравилась. Напущенный актер 3-2. Ну, вот это за спам вообще просто дикий. Ну ладно, че. Замечательный посудный големчик. Посмотрите только на него. Замечательный посудный големчик. Который нифига не сбрасывается. Так, что-то надо убирать. Вот так. Посудный голем, который никак не сбросить. 4 хп. Чё, гал? Ну, я проиграл. Хотя есть одна карта. Но не это. Не на мой ли счет ты грызешь ноготь? Оль, очень-очень везет. Посудный големчик. Топ-карта вообще. Дискард-лог полный отстой, ребят. Я ничего не боюсь, кроме Ми 6. Кстати, вот это вот хороший начало. Но мне кажется, Ромео убьет беса Молчезара. Ну ладно, можно же их не вместе ставить. Пропускаем ход, на следующий ход делаем беса и ожог. Ты не пройдешь. Был тест Бранса. Сейчас допройдем все карты, получим ее. Попробуем что-нибудь сделать. В этом что-то есть. Не пройдешь. Я ничего не боюсь, кроме мышей. Ну ты капец, я же все прошел. Геройки. Не, как бы я тоже прошел, если бы мне чуть везло. Вообще ожог. Блин, ну скидывать владыку преисподней. Она под иллюзионистку так классно идет, а? Ну ладно, бог с ней. Надо вообще не жалеть, когда ты дискардишь, но и при этом можешь карту поднять-то. По-моему, топчик. Я найду. А что за прикол с мажордомом? Я не понял тоже. Ромула. Хромула. Я снял карту дровнем. Посудный голем. Может, что-нибудь на дискард найдем? Отлично. Почти дискард. Давайте тапнемся лучше. А когда нам дадут этого иллюзионистку? Имба какая-то.
какая-то дичайшая имба. Каждый раз, когда вы сбрасываете карту, а сбрасывать нечего. О, наконец-то. Вот что-то сбросим. Мне кажется, мне все равно летал. Но меня же должно повезти. Да ладно. Добор дикий, конечно, здесь карт. Еще и кулак туда. Ни разу я посудного големчика, но давайте хоть послушаем, как говорит посудный голем. А то что-то даже и не узнал, как посудный голем выходит с дискарда. Симкаражим. Мне кажется, на арене будет топчик. Ну и паладиновский портал. Ну, так себе карта на самом деле. Утер и злой и страшный серый волк. Злой и страшный серый волк. Буду сражаться с честью. Они дракониды. У него, по-моему, 20 хп. Поэтому драконид в старте играть вообще, по-моему, не будет. Во, вот Аниксия, норм. А вот эта карта вообще шикарна. Почему ее не дали, а? Зрители участвуют в спектакле. Имбище какое-то. Ладно. Беги! Только посмотри на своих существ. Они съежились от ужаса. Съежились. На тебе стол. Съежились. Съежился? Ой-о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 й
будет концекрахи, то, по-моему, провал. Они съежились от страха. Когда в воду захожу, так же говорю. Что делать? По-моему, летал, нет? 12. Просто. 13. Северные волки готовы к бою. Как-то что-то легко. Вообще проходить нечего, если честно. Какая мощь. Даже не призвал второй друг, потому что там весь икрока. Меня подстрелили, нет. Ну вот такой вот у нас первый квартал нормалов. В героике я не знаю, что там, в чем сила, брат. Сейчас гляну. А за ноль призывает Ромал. Небось сильнее будет. Существа противника стоят 1-1, все существа стоят 1 ману. Не знаю, в чем разница. Здесь непонятно, в чем разница. Ладно, героик мы... Сейчас я с Ютубом прощаюсь, ребят. Героик мы пройдем на стриме в воскресенье. Приходите, буду вас ждать. Вот, на этом видео. Я останавливаю. Пока-пока, ребят. Подписывайтесь там, ставьте лайки, бла-бла-бла. Пятюньки всем. Пока-пока.